24 декабря в 12 часов в фойе районного дома культуры с праздничной концертной программой выступили самые талантливые учащиеся детской музыкальной школы, которые являются участниками и лауреатами республиканского конкурса имени Чачба 2019 года. Участники студии «Родники» и воспитанники дошкольных учреждений района. Елочку любуемся сегодня, она нам дарит нежный аромат, и самый лучший праздник новогодний приходит вместе с нею к нам. Каждое выступление воспитанников – результат долгой, кропотливой и упорной работы одаренных ребят и их преподавателей. Участниками мероприятия были исполнены танцевальные номера, стихотворения, любимые новогодние песни, мелодии, композиции русских и зарубежных композиторов. Некоторые из малышей выступали в первый раз на сцене и очень волновались. Несмотря на юный возраст, ребята продемонстрировали хороший уровень мастерства и артистизм. В зале раздавались искренние аплодисменты, публика с восторгом встречала каждый выход ребят. Продолжился праздничный день концертом, который состоялся в 14 часов с участием учащихся младших классов всех школ Галского района. На сцене Дома культуры развернулось поистине грандиозное представление. Нельзя выделить какой-нибудь отдельный номер, так как каждый из номеров был хорош по-своему. Организаторы и участники концерта внимательно отнеслись к выбору репертуара и тщательно подготовились к выступлению, чтобы порадовать слушателей яркими запоминающимися номерами и качественным исполнением. В зале звучали веселые шутки, детские голоса и много-много музыки. Одетые в карнавальные и праздничные костюмы, учащиеся порадовали зрителей песнями, танцами и тематическими стихотворениями. Весь праздничный вечер ребята были веселы, радостны и энергичны. Красивые наряды и самые разнообразные интересные номера радовали зрителей, а они, в свою очередь, не забывали награждать артистов бурными овациями. Праздничная атмосфера Нового года дарила радость маленьким артистам и взрослым зрителям. Увлекательное действо перенесло детей в мир сказочного новогоднего волшебства, наполнив зал счастливыми улыбками. Не обошлось и без приятных подарков. Участники мероприятия были одарены вкусными сюрпризами. Замечательное выступление детей, аплодисменты родителей и всех присутствующих подарили праздничное настроение всем без исключения. Ника Гачава, Илона Микава, Парис Сацуа, Кал ТВ.